Всем огромный привет! Сегодня я поделюсь с вами своими очередными покупками из магазина Fix Price. И эти покупки были посвящены в основном тому, что я решила сделать новый топиарий. Будет он у меня такой ягодный, фруктовый и летний. Итак, кому интересно, что же я взяла, давайте начнем. Для своего топиария я набрала вот таких вот фруктов, ягодок. Идут они вот в таком пакетике. Один пакетик 39 рублей. Это декоративные фрукты называются. Брала я вот такие вот черешенки. Потом такие вот яблочки. Очень мне они понравились. И вот такие вот клубнички. И, в общем-то, идея моего топиария возникла после того, как я увидела вот эти вот фрукты в продаже. Также в моем топиарии будут использованы вот такие вот декоративные листики. Сейчас немножко пошуршу и открою вам, как они выглядят. Это вот такие вот листики. Я, естественно, буду их отрезать, но, в общем-то, я сниму видео, обязательно покажу, как это все будет выглядеть. Очень удобно, когда нужны вот просто чисто листики для украшения. Вот такая вот упаковочка тоже за 39 рублей. Очень здорово. Углядела я еще там вот такие вот ленточки. Написано, что они самоклеящиеся для украшения. Здесь 12 штук по 15 сантиметров. Очень симпатичные. Можно клеить как на горшочки, так и украшать баночки различные. Тут даже вот представлено вот это вот все. Я люблю все такое, вот буду украшать и, может быть, даже использую что-нибудь для украшения горшочка для топиария. Также для украшения я увидела и обязательно решила себе приобрести вот таких вот божьих коровок. Я так поняла, они тоже идут как наклейки, можно клеить как на горшочки цветочные, так и использовать для декорации чего-либо. Мне кажется, это будет очень здорово выглядеть. Взяла еще вот такую вот подставку для цветов, идет она двухъярусная, то есть вы можете использовать как и одну вот такую вот штучку, и также можете ее, так скажем, наращивать. Здесь есть такие пазики на одной из вот этой подставки, куда вставляется другая, и то есть для более высокого цветочка это будет намного, конечно, удобнее и приятнее, так скажем. Вот, я думаю, что она мне обязательно пригодится, потому что мои розы растут ввысь и ввысь, и им нужна какая-то подставка. Взяла еще вот такой вот шарик. Точно такой же шарик я брала, когда делала вот этот вот топиарий. На него я насаживала цветочки, и в этот раз на него же я буду насаживать ягодки и листики. Вот. Очень удобно. Для этого топиария я решила приобрести чисто белый вот такой вот горшочек. Очень, мне кажется, это будет лучше выглядеть, чем если бы он был какой-то цветной, потому что сам топиарий и так будет яркий, красочный. И мне кажется, что именно белый горшочек больше всего подойдет. Идет он керамический. У меня разнообразные, как вы можете видеть, горшочки из Fix Price есть. Их я использовала для своих цветочков. Этот же будет для топиария. Очень приглянулись мне вот такие вот салатники. Очень удобно, мне кажется. Их можно использовать не только как для салата, но и как для второго. Они керамические. Здесь 500 мл. Очень понравилась расцветка. Она такая яркая. И тот оттенок я люблю. И красный, и белый. В общем, очень довольна. Ну вот, на этом мои небольшие покупочки закончились. В принципе, немного брала. Брала чисто для исполнения своей очередной фантазии. Надеюсь, вам было интересно и вы тоже захотите что-нибудь такое сделать. Видео с моим топиарием будет в скором времени. И ссылочку, как я его выставлю, обязательно вставлю внизу в инфобоксе. Так, всем хорошего настроения, солнечных деньков. Всем пока-пока.